Собака решила освежиться в жаркий день. Хозяев чуть Кондратия не хватило. В жару лучше всего освежает прохладный душ. Пес породы Бурдер-Колли по кличке Балу из Далласа это отлично знает. Его любимое занятие с начала летнего зноя – играть с поливочным спринглером, которым хозяева орошают газон, чтобы не высох. С начала июня в их краях не было ни одного дождя. Балу научилась сама включать полив, переключать программы. Она постоянно ходит мокрая. Интересно, что у них есть еще четыре собаки, но те такой любви к купанию не проявляют. Они предпочитают сидеть в доме под кондиционером. А однажды хозяйка услышала странные звуки в прихожей, будто что-то стучит и шумит. Сначала она не придала им значения, мало ли что там шумит, но потом таки пошла глянуть и чуть не упала в обморок. Балу затащила ороситель в дом через свой лаз и устроила прохладный душ всей обстановки, от потолка до мебели. Хозяйка сделала несколько снимков, чтобы показать мужу, что она не выдумывает на балу, а муж поделился историей в сети. Кстати, собачку пятимесячной супруги забрали из приюта. Она показалась им самой беззащитной, смешной и неуклюжей. И действительно, балу самый веселый их питомец. Она постоянно выдумывает разные шалости. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал. Там вы найдете еще много интересного.